У меня были проблемы. Я зашел через чур далеко. Нижнее днище нижнего ада мне казалось не так глубоко. Я позвонил своей маме, и мама была права. Она сказала, немедля звони человеку из Кемерово. Он скуп на слова, как Де Ниро, с ним спорит только больной. Его не проведешь на мякине, он знает ходы под землей. Небо рухнет на землю, перестанет расти трава. Он придет и молча поправит все. Человек из Кемерово. Адам стал беженцем, Авель попал на лобильную связь. Но и не достроил того, что он строил, нажрался и упал лицом в грязь. История человечества была бы не так крива, если бы они догадались связаться с человеком из Кемерово.